Народ, всем огромный привет! Сегодня сделаем классное, очень простое и полезное приспособление из дерева. На днях я увидел его в магазине, но цена и качество были на разных уровнях, поэтому я принял решение сделать своими руками в разы дешевле. В качестве материала я выбрал обыкновенный штакетник, который продается на каждой пилораме. В итоге за 450 рублей я получаю 20 полутораметровых брусков примерно размером 50 на 30 мм. Я уже приступил к работе, не буду утомлять вас своими комментариями. Если вам понравится конечный результат и вы захотите повторить, то в конце видео я прикреплю чертеж. Thank you.
Вот такой вот классный получился стул, складной, крепкий и красивый. А вот тот, который я увидел в магазине. Размер рейки, которая получилась из штакетника, 25 на 40, а магазинный вариант сделан из рейки 15 на 20. Но кого он сможет выдержать? Только ребятишек. У меня ушло 7 штакетин, а это значит, что можно сделать еще 2 таких стула. В итоге 3 стула за 450 рублей. Вот чертеж, как и обещал. Если понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.